А сейчас о спорте. Североказахстанцы стали призерами чемпионата Европы по кюкюшинкай карате. В составе национальной сборной страны выступили три бойца. Наши спортсмены еще раз доказали, что являются одними из сильнейших на мировой арене. С ними встретился мой коллега Илья Кудряков. 11-й открытый чемпионат Европы по кёкюшинкай карате проходил в Швеции. В Гетеборге собрались больше 200 каратистов из 22 стран. Честь Казахстана защищали 25 юниоров и ветеранов. В итоге в активе нашей сборной 6 золотых, 4 серебряные и столько же бронзовых медалей. Национальная сборная Казахстана заняла второе место, уступив только хозяевам турнира, шведам. В нашей Северо-Казахстанской области участвовало 3 человека и привезли одного чемпиона Европы. Я считаю, что это хороший начало, старт нового учебного тренировочного года. Людмила Бутенко карате занимается уже 10 лет. Сейчас ей 49. Она обладатель коричневого пояса с золотой полоской. Тренируется 3 раза в неделю по 1,5 часа в день. Выступала на областных и республиканских соревнованиях, а вот на международные поехала впервые. На чемпионате Европы возрастной категории 40+, среди ветеранов она стала лучшей. Победа далась нелегко, говорит Людмила. Конечно, соперничество здесь без духа нельзя. Как говорится, 22 стороны, они... Каждый по-своему тренируется, каждый по-своему ставит. И, ну, без духа как бы победить это тяжело. У меня соперник была украинка, немного больше меня на поезде, как говорится, это самое. Ну, дух меня не сломил, мне пришлось победить. Теперь наши спортсмены отправятся защищать честь Казахстана в Барнаул. Там 13-14 октября пройдет Кубок Евразии по кюкюшинкай карате. А уже 17 ноября национальная сборная Казахстана поедет в Испанию на международный турнир. В команду от северного региона попал один боец. Илья Кудряков, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.